Свыше 1100 зеленых зон предложили защитить от вырубки и застройки торговыми центрами жители Подмосковья в рамках опроса на портале «Добродел». С момента запуска в нем приняли участие почти 4000 человек. Предложенные территории после отбора будут внесены в государственную информационную систему. Это поможет контролировать застройку этих зон. Опрос продлится до 18 июля.